Ну, такое большое-большое было мероприятие, серьезное. Вот. И вот, был потом банкет, там вот, зал такой. И вот буквально на втором ряду, вот видите, вот, на втором ряду сидела Светлана Капанина. Это гениальная летчица, которая вообще победительница и чемпионка всех мировых соревнований по воздушной акробатике. Вот. А через день я встретился с ней случайно. Подошел и спросил: «Светлана Михайловна, как вам песня?» Она посмотрела на меня, как на белый лист бумаги, так можно сказать. «Какие песни?» Это я к тому, что... Это я что? Это я хорошее хочу сказать. Вот настолько бы нужны людям, которые встретились для того, чтобы выпить и поговорить, и обменяться впечатлениями, да? А вы пришли тоже вроде выпить и поговорить, обменяться впечатлениями, но сидите, слушайте. Да. Знаю я отлично по себе, рай он расположен на земле, но сбились мы на небе, птичьи стаи, прелести земные покидая. Стоим перед воротами чистилища, без нас авиации попутал. Мы не с училища, мы не с училища, мы из института. Мы не с училища, мы не с училища, мы из института. Слева дома, справа самолет, слева счастье, справа ты пилот. Люди, объясните, как нам быть, как все это взять и совместить. Стоим перед воротами чистилища, без нас авиации попутал. Мы не с училища, мы не с училища, мы из института. Мы не с училища, мы не с училища, мы из института. Маша, Аня, Таня или Рая, голову сломаешь, выбирая, чтобы никогда не сомневаться, кто сможет из полетов нас дождаться. Стоим перед воротами чистилища, без нас авиации попутал. Мы не с училища, мы не с училища, мы из института. Мы не с училища, мы не с училища, мы из института. Небо как пьянящее вино, красоты и радости полно. Синевое солнце навсегда, те, кто пробивает облака. Стоим перед воротами чистилища, без нас авиации попутал. Мы не с училища, мы не с училища, мы из института. Мы не с училища, мы не с училища, мы из института. Браво!